Ипотека всего под 2,7% годовых. Новая программа сразу же стала невероятно востребованной. 2020 еще не закончился, но совокупный объем выдачи льготных кредитов по Алтайскому краю Республики Алтай уже превысил 1 000 000 000 рублей. А в перспективе, считают эксперты, сельская ипотека станет еще доступнее. Ведь льготный кредит теперь можно взять не только на жилье в селе, но и в малых городах. Правда, есть один момент. С 2021 года. При приобретении недвижимости в рамках сельской ипотеки заемщику необходимо будет прописаться в приобретаемом объекте недвижимости в течение 180 дней с момента государственной регистрации перехода права собственности. Еще одна возможность – строительство жилья на земле в долгосрочной аренде. Но если дом многоквартирный, то этажей в нем должно быть не больше 5. Государство хочет, чтобы именно людям, живущим в сельской местности, эта программа помогла сохранить сельское управление наше. Тренд в сторону загородной жизни уже ясно виден и у нас. До 40% заявок от заемщиков Россельхозбанка касаются именно сельской ипотеки.